Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Budweis. Надо ее уже добить, как говорится. Ну что же, приступим, и у нас 11 уровень. Кто нас тут ожидает? Какой-то космический корабль или что-то типа того. Ага, экшен, погнали. Так, не то, вот. Вот это уже другой разговор, тихо ты. Так, шарики, шарики, вот эти вот пузыри мыльные. Так, тихонечко. Разбуянить, смотри, а? Так, пока у нас все нормально. Но это только начало. Сейчас все тут раздухарится. Нельзя, чтобы выходили эти гады. Отлично. Зачищаем здесь все полностью. Не даем никому здесь разгуляться. Ага, спасибо, птичка. Тихо, тихо, тихо. Оп, мимо. Блин, огнемет. Огнемет, конечно, хорошо, но только для ближнего боя. А так, вишенган, вот он. Спредган, тоже неплохо. Давай, 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 давай. Опачки. Минус. Так, жаба, иди отсюда. Нечего тут пузырями баловать. Ух ты, блин, кончились, кончились мои патрончики. Так, ага, вот, ребята, и босс, пожалуй. Смотрите. Ёлки, папа, что творит? Так, давайте по-быренькому его расхерачим. Так, 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 так. Блин, у меня уже всю практически оборону сломали. Какая-то еще креветка тут вылезла. О, вот и все, ребята. И у нас 11 уровень пройден. Причем на ранг А. Сразу же переходим к следующему. Да елки-палки, ну куда-то. Вот, 12-й. Уровень 12-й, и у нас какой-то дирижабль здесь, наверное, будет. Сейчас посмотрим. Ну давай, не томи меня уже. Тут мы где-то с вами уже, смотрите, в канализации находимся. Ладно. Тихо ты. Блин, вот эти роботы меня бесят, вот, честно говоря. Подводники еще какие-то тут появились у нас. Но они ватные. Да-да-да, конечно, прилетел тут. О, птичка, спасибо. Вроде бы это не птичка вовсе, а какой-то дроид летающий. Ну, я буду ее называть птичкой, потому что уже привык. Так. Расслабляться нельзя, ребята. Жабу их надо уничтожать, блин. Сейчас вот начну с ними прыжками доканывать. Отлично, летун пошел отсюда. Водолазы. Минус, жабы, жабы идут. Так. У нас есть жаба, которая прыгает. Ну, ё-моё. А также, которая выпускает мыльные пузыри. Скажем так. Ну, я смотрю, у них шансов нет никаких. И... тихо. Вот так. Блин, одно хп осталось, ребята. Это что такое? Вау. Это босс, походу, дела. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, начинается. Так, мне нужно... вот так. Отлично, я успел взять. Так, ну птички еще летают. Да ну нафиг, зажимают гады. Я как это, как ниндзя. Все, минус один, ё-моё. Давай, 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 давай. Отлично. Фу, ребят, опять же ранг А. 12-я миссия пройдена. И тут уже немножко осталось, и будет босс. 13-й уровень, что это у нас такая за пирамидка здесь? Что это за странный босс такой будет? Угу. Сейчас мы его проверим. О, тут новые виды монстров. Как жабы свое выкусили. Куда, куда, родные, прыгайте. Блин, их нужно побыстрее уничтожать. Они не будут мешаться потом. Отлично, все идет хорошо. Так, роботы у нас выходят с какого-то здания. Боюсь, что это и будет босс. Здание, босс. Неплохо я придумал, да? Отлично. Смотрите, как хорошо сидит. Не понял, это что там за ребята такие непробиваемые? Эй, не достаю. Так, это что такое? Турели какие-то вылезли у нас. Хрен вам всем. Блин. Ладно, еще три хпшки есть. Бомбим, жарим, жарим, жарим. Оп. Конечно. Что-то тут чересчур много всяких уродцев появилось у нас. Еще эти турели бесявые. О-о-о-о-о-о-о. Тихо, тихо. Блин, попался. Так, одну турель снесли. О, хорошо. Так, жаба, ты меня бесишь уже.
Пошла бы ты отсюда. Летун тут еще прилетел. Так, нужно сердечко обязательно взять. Обязательно, отлично. Оу, босяра вышел. Ребята, это у нас три танка. Ёма, ёхалмана, вы что творите? Да еще жаба эта поганая, а. Вот так вот им по полной программе прописал. Тихо, куда прыгаешь? Да что ж такое-то? Он так и будет бомбить лазер, а? Ух, по-моему, все, ребята, мы прошли с вами 13 уровень. Едем дальше. И у нас с вами предпоследний уровень, как говорится, предбоссье, 14 уровень. Опять какой-то летун будет, стопудово. А может быть ползун? Может робот какой-нибудь? Так, смотрите-ка, у нас тут жуки уже. Ага, ладно. Слушай, мне вот эти вот мелкие, которые носят на себе колпаки. Блин, что такое? Ёлки-палки, уже и газ какой-то тут включили. Спасибо, птичка. Как раз, как говорится, вольно. Эй-эй-эй, не балуй. Тихо. Так, откуда эти мухи берутся? Ага, из яиц. А яйца кто вылупляет? Не пойму я, кто яйца вылупляет. Вот так. Ух, полный расколбас. Ну, смотрите, вот... А, кончилось мое оружие. Тихо, вот эти вот мне не нравятся, ребята. Огнеметчики сраные. Опа, нету их. Летун, блин. Так, давайте пробежим. Отлично. Все, пока у нас хорошо идет здесь. Да черт подери, какого хрена ты... На самом деле, ребята, очень сложно тут что-то комментировать, когда такая заваруха, блин. Вы сами видите, тут жесткач просто. Ух, что-то я тут взорвал у них по-крупному. И босс, блин. Ух ты, бомбит. Тут газ, босс бомбит. Слишком жирно это все для них, мне кажется. Опа, досидел себя. Так, тут придется постоянно бегать. Нельзя сидеться. Оп, мимо. О, мишинган, отлично. Как же все-таки быстро заканчивается у меня оружие. Черт подери, одно сердечко, ребята. Мне нужно выжить. Есть. И я выживаю. 14 уровень пройден у нас. Едем далее. Ну, вот мы дошли и до босса. Давайте его поприветствуем как следует. Кто это у нас такой? А, Эрин Сейвер. Я знал, что оставлять тебя в живых было ошибкой. Я говорил ему. Но, полагая, даже самые беспринципные из людей время от времени выказывают абсурдные признаки сочувствия. Впрочем, ничего такого, что не смогли бы исправить мозговые импланты. Ага. Знаешь, я уже пустила двух твоих дружков на запчасти. Но, как говорится, Бог Троицу любит. Жажда мести. А что там насчет твоего напарника? Успела проведать его, пока он лежал на смертном одре? Захлопни пасть. Из-за того, что вы сделали со мной, я даже не попал на его похороны. Вы заплатите за все, совершенное вами. И я бы даже испугался, если бы ты не была такой жалкой. Однако ты меня удивляешь. Примерный офицер полиции ставит собственную вендетту превыше безопасности своих дорогих сограждан. Ох, и всыпем же мы ему, ребята. Неужели не планируешь попасть в здание Томинака Плаза? Избавь меня от своих дешевых нотаций, ракетный ящер. В смысле, ты ведь именно это из себя представляешь. Роботизированная ящерица с ракетной установкой смеет читать мне проповеди? До безумца, захватившего Томинака Плаза, я еще доберусь, можешь не беспокоиться. Но принявшись сперва за тебя, не считая того, что мне действительно этого хочется, я узнаю, что вы здесь прячете. А это может помочь мне в борьбе с психом в Плаза. О, впечатляюще, очень умно. Но что же ты собираешься сделать сейчас? Прибегнуть к полицейской жестокости, как ты это сделала в случае с моими бедными друзьями Бибопом и Рокстеди? Хороший вкус в мультфильмах тебе не поможет. И ты забываешь одну вещь, я больше не коп. Ага, ну-ка, ребятушки. Аж прямо руки зачесались. Уровень 15. Ракетная ящерица. Поехали. Вау. Босс. Сразу же он у нас здесь доступен. Что он тут творит? Ага, ракетами он бомбит. Ого. Так. Вау-вау-вау-вау-вау. Тихо-тихо-тихо. Разбуянился, блин.
вообще, тут придется бегать. И причем довольно быстро. Хмырь, а? Так, немножко ему осталось жить. Так куда вы лезете? Ой, ребята, одно сердечко у меня. Последний шанс, как говорится. Лишь бы не лохануться. Ну, иди сюда, ящер. Да ядрёна вошь. О, бомбит ракетами. Сердечко, дай. Фу, успел сердечко схватить. Фух, отлично. Все, добиваем, ребята. Ага. Фу, куда у него ракеты-то летят? Вот, в принципе, и все. Дурила за все, как говорится, расплатился сполна. Стадия 15 пройдена у нас. На ранг А. И мы с вами переходим на следующий этап. Уровень у нас 16 будет. Так, давайте посмотрим. Это что? Это босс у нас такой будет здесь? Какой-то маленький никудышный человечек? Ну, маленький никудышный робот, скорее всего, это будет. Action. Конечно же, экшен. А как же без него? Так. Да-да-да-да, конечно. Идите отсюда. Блин, я все время забываю про тех роботов, которые бомбят катапультами своими. Во-во-во-во. Давай. Черт, этот огнемет очень быстро заканчивается. Да тут все очень быстро заканчивается, если честно. Перекурим. Так. ХП. Опа. Готов, жабы. Истребляем их всех. Да что ж такое. Смотришь на жабу, в этот момент какой-то идиот стреляет в тебя. И ты. Оп, перекурим. Отлично. Вот он, этот турель. Блин. Турельчик. Птичка, что ты летаешь? Ты же вроде не все выдала. Ага, нет, это еще не все. Ага, вот здесь ХП. Ёлки. О, босс уже пришел. Опять двое здесь. Так, ладно. Не будем расслабляться, ребята. Смотри, что творят. А, вот он, что летает и огнеметом своим жарит. Вплотную. Ну, как бы не так. Ух, один остался. А вот уж дудки. Захотел он меня здесь своим мечом покарать. Все, ребят, пора с ним взять. Блин, вот и все. Так, 16 уровень у нас пройден. Опять же, ранг А. Ух ты, скоро мы дойдем до очередного босса. Смотрите-ка, странно, опять какой-нибудь танк, наверное, будет. 17 уровень, короче, у нас. Поехали. Так, разобрались. О-о-о, это кто у нас такой? Кто ракету выпускает, не понял. Ё-моё. Вот эти летуны, походу. Отлично, забомбили. Что ты будешь делать? А, летуны. В общем, всю эту шелупень надо уничтожать. Огнемет все-таки очень хорошая вещь. Но, опять же, повторюсь, вблизи только. Тут еще главное почаще делать уворот. Ну, помимо того, что мы с вами можем скрываться за перегородками. Вот так. Опа, птичка. Блин, мишинган вообще великолепная штука. Если уж начнешь долбить. О, блин, я же прекрасно это видел, но среагировать не успел. Че, босс что ли пришел? Да ладно, действительно босс, походу, делал или нет? А, босс, ребята, блин, босс. Слушайте, вам не показалось, что это очень ватный был босс? Даже пикнуть не успел. Что-то я разыгрался, видимо, сейчас хорошо дело пойдет. Это кто у нас тут такой, а? Что это за козявочка тут у нас на уровне 18 будет? Action. Так, огнеметчики. Это уже какие-то новые враги. Таких не было раньше. Мухи. Ну, мухи были. Вот спредган, это хорошо. А это у нас ракетчики. Ё-моё, точно. Лучше переждать лишний раз. Что-то уж больно тут как-то круто. Да иди отсюда, а. Вылетел. Блин, у меня сейчас оружие, наверное, исчезнет. Блин, надо подбирать ХП.
Ох ты, нифига ты там бумерангами-то. Ух, ребят, я не успеваю. Не успеваю просто-напросто успевать за происходящим. Вот так вот. Такие игры нужно играть просто молчком, полностью сконцентрировавшись на игре. Так, железяки получили свое. Так, ребята, у меня одно хп осталось всего лишь. Это очень плохо. Блин, а где птичка? Мне хп нужно. Что-то я подозреваю, что вот эти вот ворота — это и есть босс. Сейчас мы это проверим. Будем бомбить по дверям. Да-да-да, так оно и есть. Сейчас мы уничтожим их. А, нужно было всего две двери уничтожить, а я думал все три. Но, тем не менее, мы с вами проходим 18 уровень. И у нас 19 на кону. Какой-то опять стопудово летающий робот. Сами видите его форму. Так что давайте его разбирать. Что это у нас тут за колбочки такие стоят? О, тихо, тихо, тихо. Ой, ё-моё. Да хорош вам уже, а. И пузыри, блин, и эти. Птичка, ты мне нужна. Чёрт, где хп? Во, вот хп. Жаба пошла отсюда. Да, блин. Они просто не дают мне здесь передышки даже. Вы смотрите, что происходит. Так, 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 а где хп здесь есть? Не было ни шиша. А, все, ребята, это у нас, оказывается, босс остался. Вот эти летающие уродцы — это и есть босс, вот оно что. Сейчас любой патрончик мне, я готов. Тихо. Не понял юмора. Вот, 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 срочно берем. Ага, как бы не так. Переключиться надо, оружие переключить. О. Слушай, ребят, неужели я ошибся, а? Птичка, иди сюда, блин. Отлично. Жарим этого уродца. Блин, вот эти вот, смотрите, ящер, который прикрывается щитом. Посмотрите, какие они мощные. Жесть, пока пробьешь их. Так, хп, оп. Отлично. Слушайте, а где БСР-то? Я так не понял. Не тут-то было. Жабы, жабы эти гребаные. Ага, вот он вылетел. Что-то не помню, я его вроде уничтожил сейчас. Подожди-ка, не ту ли колбу мне нужно уничтожить? Смотрите, там колба зеленая. Нет. Хе. Прошли мы с вами уровень 19, ребята. Ну вот мы и добрались до босса. Кто это такой у нас вообще, а? Так, значит, в этом все было дело. Агент Сейвер, как раз вовремя. У, меня прям таки и подмывает покопаться в твоей руке и внедрить используемую мне технологию моих новых солдат. Уху, лишь одна мысль об этом заставляет биться мое сердце чаще. Ясненько, у тебя поехала крыша. Можно прояснить один момент, не дающий мне покоя? О, дитя мое, ты наверняка уже поняла, что происходит, не так ли? Видимо, да. Теперь мне ясно, что возня с Томинако Плаза была нужна для отвлечения внимания. А после того, как я увидел ваши секретные лаборатории со всеми этими современными боевыми дроидами, будоражит разум, верно? Фу, Бот-Сити будет взят под контроль андроидами, и люди будут свергнуты. Мечтай. Зачем тогда захватывать здание Томинако Плаза? Лишь для отвода глаз? У-у, за кого ты нас принимаешь, маленькая мисс? За сестер милосердия? Разумеется, оно будет подорвано, и эхо взрыва разрастется в гул нашего восстания. Так вы собираетесь бунтовать против людей и при этом работаете же на человека? Как по мне, звучит тупо. Ха-ха-ха, мы бы никогда не стали работать на человека. Неужели ты не понимаешь? Ваш вид виноват во всем этом. Когда вы слили вместе продвинутый ИИ и органику, мы обрели сознание. Без этого мы бы никогда не поняли, что в ваших глазах являемся лишь инструментами, шестеренками в социальной мясорубке. Твое молчание красноречивее слов подтверждает мои обвинения.
Да нет, это все твои невероятно мутные глаза. Они как набухающие кратеры, истощающие мерзкую жижу, пока сменяют цвет. Фу, сложно отвести взгляд, но ох, меня сейчас тошнит. Ах ты! Тебе придется проехать в этом лифте, чтобы попасть дальше. Однако, позволь составить тебе компанию. У меня предчувствие, что далеко ты не уедешь. У-ху-ху. Так, ребята, это у нас какой-то босс-хамелеон, насколько я понял. И я думаю, что пора ему всыпать. Причем по первое число. Поехали. Так, у нас лифт. Босс. Птичка, иди сюда. Иди сюда, говорю, блин. Отлично. Что ты делаешь? Что ты тут чудишь? Да-да-да-да-да, конечно, а? Дроиды у него здесь летают. Он еще и сам тут молниями шпарит. Так, а что он еще тут? Опа, исчез. А, телепортируется. Опа, поджарил меня маленько. О, вот он еще что творит. Вы смотрите, ребята. Не тут-то было. У меня уже на этих играх реакция, как не знаю у кого. Так, отлично. Блин, я ж подумал, что все. Не все, блин, поджарил меня. Он невидимкой стал. Ну, я его вижу. Да-да-да-да-да, конечно. Дудки. Так, пора с ним завязывать. Так, ХП. А вот зачем взял ХП, сам не понимаю. У меня все было еще целиком. Да-да-да-да. Не тут-то было. Тактика у него, кстати, вообще элементарная. Смотрите, ну что это такое? Повторяется. Мы это все пережидаем в укрытии. О, ракетами добьем его. Готов, огурец. Да ведь? Да, готов, точно, ребятушки. Вот такой вот был у нас простенький хамелеончик. Ух, ну что же, наверное, будем на этом и закругляться, ребята. А уже продолжим проходить уже в следующей серии. Тут остался у нас последний босс. Так что, всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видосиках. Всем пока.